Итак, сняли колесо. И да ну нахуй. Смазываем все гаечки, болтики ВД-шкой. Так, сперва начинаем откручивать стойку стабилизатора снизу. Так, для этого нам ключ на 18 и Т30 держим внутри, а ключом на 18 крутим, откручиваем стойку и вынимаем ее. Стойки менять мы не будем, они у нас в хорошем состоянии, а втулки будем менять. Так, начинаем дальше. Откручиваем шаровую опору. Ключ 22. Вот, открутили гайку. Сейчас берем съемник шаровый и снимаем шаровую. Вот, выставили ключ на 19 и снимаем. Сбили шаровую съемничком. Сейчас достаем шаровую и откручиваем сам рычаг дальше. Так, откручиваем сейчас задний сайлентблок. Вот он. Один болт. И вот это вот второй. Это задний сайлентблок держит два болта. Их откручиваем. Так, и берем здесь ключ на 16. Ну вот, уже почти открутил. Сейчас я на 19. Да, откручиваю их. Вот. Один болт. Как заржавело все. Ничего, все нужно промазать и все смажем. Вот второй. О, какие. Так. И сверху снимаем вот этот вот такую вот штучку. Все. Поехали дальше. Вот. Вот она снялась. Вот старый сайлентблок. Все. Теперь будем откручивать вот этот болт. Вот он на рычагу. Головка на 21. И начинаем откручивать. Итак, открутили болт. Гаечку. Сейчас неудобно. Вот. Выдавливаем его и высовываем. И все. Неудобно на руку. Сейчас я выниму рычаг. Дальше будем. Вот, достали мы рычаг. Ну вот, сайлентблок одному хана. Он разорван вдрызг. Эту
Я так понимаю, сбить уже не получится, ее только срезать тихонько. Ну, и этим, я думаю, тоже уже пришел капут. Ну, достаем, ставим новые и едем дальше. Итак, достали рычаги. Начинаем откручивать подрамник, чтобы поменять стойки стабилизатора. Втулки, точнее. И столкнулись с такой проблемой, что нижняя часть, что держит задний сайлентблок. И получается, подрамник прикручивается. Оно развалилось. Так, отпускаем подрамник. Здесь у нас получается на 21 головка. Два болта отпускаем. И еще один сзади на 16. Чтобы отпустить подрамник, нужно открутить еще вот этот вот болт. Крепление. Не болт, крепление кронштейна. Головкой на 16. Стол убери в сторону. Так, отпускаем еще с другой стороны такое же крепление, как и слева подрамника. Вот сейчас мы его отпустим, и он должен приспуститься. И полностью выехать должно вот это вот крепление. Оно сразу держит и сайлентблок, и втулку стабилизатора. Но я так понимаю, что эту всю систему, конструкцию, вот оно ломается. Оно отламывается. И ее надо покупать заранее тоже. Потому что ее долго не меняют, и она рассыпается. Она с какого-то порошкового металла. Даже вообще не металла, не пойми с чего. Сейчас разберем, будем видеть дальше. Сейчас опустим немножко подрамник, она выезжает вперед, весь этот механизм. Короче, вот мы сняли стяги, достали механизм этот. Вот он, втулка стабилизатора. Сверху стояла такая вот, а нижняя часть, которая держится, вот вот она тут вот стояла. Вот, смотри, мы ее достали, да? И вот он ломается, не знаю почему. Будьте готовы, что и у вас он тоже поломается. Ну, если не сломается, вам повезло. Не знаю, сейчас будем смотреть, если продаются новые. Также и с этой стороны. Вот он, отломался, висит. Вот, сейчас будем сбивать ее. Не знаю почему. Наверное, от воды, что оно получит какой-то порошковый металл. Отламывается. Все, сейчас снимем это все. Будем искать новое. Мы, короче, сняли с другой стороны. Вот оно, то же самое. Отламывается, она как дюралевая, что ли, то ли алюминиевая. Не пойми. И вот оно отламывается, даже болт не достали. Придется что-то делать, чтобы ее... Вот у нас рычаг. Это передний сайлентблок. Сейчас вот покажу, как его можно выбить. Возьмем ударную отвертку, молоток. И сейчас будем выпрессовывать его.
Ну вот и все. И также все остальные. Но этот, вот он отвалился, осталась такая вот внутренняя часть. Ее только срезать болгаркой. То, что сейчас будем и делать. Вот и все. Вот мы его сбили. Трошечки вал, но это ничего страшного. Все, зачищаем все, берем новое, напрессовываем, вбиваем, впрессовываем, кто как больше любит. Впрессовали сленблоки, напрессовали. Приступаем к установке. Итак, вот у нас новые кронштейны, втулочки стабилизатора, вот такие вот. Вот, вставляются. Ну, идем вставлять их на место. Вот, засунули втулки стабилизатора, насадили кронштейны, но пока еще не зажимали. Вот, и тут. Сейчас будем ставить рычаг, пробовать все это. И пробовать зажимать. Ну, смотрите дальше. Поставили уже один рычаг. Закрутили шаровую. Сайлентблок. Этот обжимается, когда машина стоит на колесе полностью. Тут еще не обжимали, потому что стойка стабилизатора еще не стоит. Надо второй рычаг поставить. Поставим сейчас второй рычаг. Поставим ее на колеса, поставим стойки. Горизонтальные зажимаются на стоячую машину. Так и тут. Стойки стабилизатора надо зажимать на стоячую машину. Все. Сейчас будем ставить левый. Нет, правый рычаг. Левый мы уже поставили. Ну и будем смотреть дальше, что тут, как тут. Вот так вот у нас пока получается. Вот тут поставили уже все. Осталось только обжать. Итак, поставили второй рычаг. Вот, все стоит. Сейчас ставим стойки стабилизатора на место. Стойки. И тут сейчас будем ставить стойку. Зажимаем. Шаровые зажимаем. Ставим машину на колеса. И зажимаем подрамник. И втулки стабилизатора. Ну, в принципе, все остальные болты, гайки, то, что не дожато, перепроверяем, зажимаем. И на этом, я надеюсь, все. Если где-то что-то, я еще покажу. Все, собрали. Все зажали, все болты, все гайки. Обязательно не забывайте за одни закрутить. Все, все обжали настоящую машину. Все гаечки, болтики. Также и с правой стороны. Все зажали. Ну вот, на этом вся работа закончена. Кому было полезным...
ставьте лайки, подписывайтесь.